Робобол – новый вид спорта, создан в Нижегородской области. Это футбол на беспилотных плавающих аппаратах. Подобный матч в России прошел впервые. Подробнее Александр Алешин. К соревнованиям ребята из детского речного пароходства сделали специальные судна – буксиры-толкачи. Они и будут играть в футбол и забивать мячи. Рулевку. Здесь готовятся модели, подключаются аккумуляторы, потому что они должны храниться отдельно от модели. Проверяется работоспособность. Самая лучшая модель, она должна победить, потому что она быстроходная, хорошо ездит, хорошо поворачивает. Наша модель, она сделана большим трудом. 2 месяца делали все вместе. Назовем мы его дружбой. Это катер Месси, потому что когда его делал, я думал о нем. Он мой самый любимый футболист, он быстрый, техничный, такой же, как и этот корабль. Я разулся, потому что это к удаче. Если я разут, то мы победим. У моряков это принято, по палубе ходить босиком. Сегодня мы тестируем первые в России игры беспилотников на воде. Ребята дистанционно управляют аппаратами, которые находятся на воде сейчас. Мало того, что они ими управляют, чтобы они двигались, они играют ими. Это, ну, наиболее сложный элемент вообще управления. Мы все управление отдали мальчикам. Да. У них лучше получалось на пробных. Да? Да. А вам что, не хватает? Не знаю, мы теряемся как-то в управлении. Да. Мы лучше будем болеть. В этой игре вижу то, что у ребят появляется возможность с раннего возраста определиться своей профессиональной направленностью.